куда нам надо, куда, вот сюда. Нет. Да. С той стороны едет. Тут есть какая-то ветка, которая вообще без этих работает, без машинистов. Как в Арабских Эмиратах. Да. Нам скончили. Заходи, заходи, нам ехать. Ну, не одну остановку, да. Увидел, заулыбался. Ну, пойду, я могу. Очередь сюда, понимаешь? Вот так вот. Знаешь, лучше. Ну вот, хорошо. Тартар мы уже съели. Телятину съели. Вино выпили. Телятина очень вкусная. Колбаска еще осталась у нас. Да. А вот здесь мы сейчас покушали, и это было очень при очень. Это фантастически вкусно. Ой, греч мой любимый. И весь город в подземных тоннелях. Ну, кстати, да. Сумелишь как-то, блин, да. Ой, что это такое интересное? Красавишные такие все, да. Свадьбу у них, что ли, интересно? Вот, да, такое счастье для Руслана. Все тут есть. Я так думаю, наверное. Закрыто? Вон девушка пошла. Что удивляет, абсолютно пустой. Все при этом не закрыто. Выходи, кто хочет, орган себе служить. Интересно. Шатры какие-то. Вон булочки там. Такие красивые. А вот она и опера. Опера. Да. We'll be right back.
так называемая площадь Дягилева, да. Он здесь след-то оставил, да, что даже целую площадь назвали в центре. Ой, Вась, смотри. Ой, там люди ходят. Ну как они туда попали? Для кого это строили? Для Наполеона III или для кого? Ну, какого-то императора. Ну, в общем, не знаем, для кого строили. Мы уточним, вам доложим. Чтоб он сразу влетал. На лошадь. Сразу в ложу. А что это означает, интересно?